Добрый день. Добро пожаловать, герои. Холипал, поставь третью ауру. Здорово. Слышишь? Привет, говорю, блядь. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героя Малинки. Я видел и более достойных соперников. Когда собрать? Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Близнецами, чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Так далеко не уводи его, чтобы я достал там же. Есть, есть, беги, не бывает, беда. Пиздец, шипы вообще не дамажит без бафов, блядь. Мне можно, пожалуйста, шмот на танк, если вам не надо. Thank you.
О, поясок и жезл, что нужно мне, заебись. Привет. До встречи. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь. Это в смысле, вот этот шмот еще на... Блядь, на посланника, да? Нет, нет. Нет? Там десятки же меньше ГС. То есть. Благодарю, Верховный Лорд. Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Кончить кто будет, двой, да? Слушай, Славик, там скинь бислист на ШП, ладно? Я посмотрю, что. Не знаю. Ты же вроде скинул. Есть тема, в форуме есть тема с бислистами для всех классов. Прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джараксус, эреданский повелитель пламенного легиона. Опа, не хилят. Ну, не хилят. Я сейчас взорвусь. Мы не успели. Я им руку отдал. Я отбежал вроде. Когда он бежал. Посмотри, я за лужей. Сыграйте по трэшу. Вар, вернись. Куда ты убегаешь, Вар, что ты делаешь? Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Счастливого пути. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь... Ну, для меня получше стало СДК по домашке. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Thank you.
Кого первого тут? Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Хуйня. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины, и ради чего... Последнее испытание. Я запустил. В глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Сейчас, секунду, ману. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича,
Ну тебе ваншотну, понимаешь, Войт? Он тактики не знает, походу. Написал то, что там кто-то в портале был, он не смог нажать. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Не, а почему вот если шаман умер, у тебя было, короче, 100%, я тебя хилю, ты хуяк умер сразу. Себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Полариум, прими заявку РК. Что еще раз копать? Полариум, прими заявку РК. Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Танков на фул захиливай.
Надо было в него фолда Дэнни, в Жуков. Жуков бы перевели. Через 40 секунд еще выползет. Чего, следующие их я буду держать в стороне, не надо их заливать. Закинь меня лучше во вторую пати, чтоб я немножко отхиливал. Вторую группу. А, не надо, багнется сейчас все. Хотя нахуй, остальные похуй. Миликов, ты давай не хили, а то я цветом кастую Войда, и там идет АОЕ тоже миликом. В основном РДДшников. Волк. Да, мне тоже надо. Остался. А у кого волк? Нихуя, вара хуевший, блядь, дайте плащ, блядь.